Учитель начальных классов из 15-й Нивской школы правила бал в 10-й городской. Надежда Будиловна Карманова – первая, кому пришлось сегодня проводить открытый урок в незнакомом классе. Несколько минут на то, чтобы справиться с обычным в таких случаях волнением. А дальше новая тема – парные согласные, звонкие и глухие звуки, преподать которую нужно и доступно, и не банально. У школьной доски Надежда Бадиловна уже 16 лет, а вот в конкурсе подобном этому участвует впервые. От конкурса только положительные эмоции. Для себя сделала кое-какие выводы, где нужно мне еще поработать над собой, а где этот у меня хорошо получается. За 40 минут, а именно столько длится каждый урок, педагог должен раскрыть не только материал, но и свою профессиональную сущность. За выступлениями конкурсантов внимательно следит строгое жюри. Это педагоги самого высокого уровня, руководители городских школ, методисты, представители управления образования. Выступать перед такими людьми сложно, но и им оценивать работу учителей тоже. Конечно, это сложное испытание, потому что предстоит представить свой опыт работы, которые у них уже есть. Конечно, им нужно поработать с теми детьми, которых они не знают, а ведь самое главное на уроке что? Это найти контакт с детьми. Не всегда это получается, потому что дети, конечно, иногда удивлены теми нестандартными приемами, которые используют учителя, подходами. Каждое занятие в итоге превращается в небольшой спектакль, в котором учитель и сценарист, и режиссер, и актер, а еще психолог. Ведь как рассказать совершенно незнакомым подросткам трудную тему? Устроить суд. Так решила другая конкурсантка Анастасия Сергеевна Кайпханова. А потому сегодня семиклассники 10-й школы вместо урока физики отправились на судебное заседание, в ходе которого решалась судьба силы трения. Зачем она нужна, кому мешает и что было бы, если бы этого физического явления не существовало в природе? Ответы на эти вопросы молодой педагог нашла вместе с ребятами ровно за один урок. Вы знаете, каждый раз, когда мы приходили на конкурсные испытания, нас поздравляли с праздником. Поэтому я старалась относиться к этому конкурсу как к празднику. Ну и, соответственно, урок я подготовила, чтобы он был как праздник для детей, как театральное представление. Кто из четырех участников конкурса профессионального мастерства достоин звания «Учитель года»? Предстоит решить жюри. Итоги станут известны уже скоро. 21 декабря имя лучшего педагога Кандалакшского района будет озвучено на празднике достижений «Триумф». Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.